Примечательно и то, что помимо средств от респираторных и вирусных инфекций, россияне стали покупать и другие лекарства. Если противовирусных препаратов в этом феврале было продано на 13,6 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, то продажи средств от сердечно-сосудистых заболеваний выросли до 14 миллиардов рублей. Эта цифра оказалась больше прошлогодней на 25,8%. В перечне оказались лекарства от болезней нервной системы. Их продажи по стране составили порядка 11 миллиардов рублей, то есть на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Помимо этого, увеличились продажи витаминов, успокаивающих препаратов и средства для похудения. В феврале 2020-го жители страны потратили на них больше 6 миллиардов рублей.